Наступила холодная и дождливая пора. Летняя бодрость и хорошее настроение сменились сонливостью и упадком сил. Такое состояние в народе принято называть осенней хандрой. Сегодня нефтеюганцы поделятся своими способами борьбы с сезонной депрессией. Хандрой? Я вам скажу, 6 часов встаешь, берешь палки в руки, в аэропорт обратно, заходишь на лыжную базу и вся хандра. На работе. Постоянно на работе. Сейчас в отпуске, и то на работе нахожусь. Кем работаете? Продавец. Остеохондроз? Нет, осенняя хандра. Ой, не спрашивайте. Ну а как? Есть способ свой любимый какой-нибудь? Баня. Согреться. У меня вообще хандры нет. Ни осенний, ни весенний. Из-за чего хандра может происходить? Когда что-то грустное происходит или просто плохое? У меня плохого ничего не происходит. А если любви много в сердце, никак не мерзешь и не хандришь.